Глава о том, что не просят, то есть ликом Аллаха Субханаху ва Тааля, кроме как рая. Ля юсалю бивачхи Аллахи илля аль-джанна. То есть то, что ликом Аллаха Субханаху ва Тааля нужно просить только рай. Джабир, радиаллаху анхума, говорил, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ля юсалю бивачхи Аллахи илля аль-джанна». Нельзя просить ликом Аллаха Субханаху ва Тааля, кроме как рая. Хадис привел Абу Дауд. Соответствие главы книги Недобожия «Аннаху яджибу ихтираму асма илляхи ва сифати» — указание на то, что является обязательным, то есть уважительно относиться к именам Аллаха Субхану ва Тааля, его атрибутам. «Фаля юсалю шейун миналь маталиби ад-дуньявия биваджхи аль-карим». Поэтому не надо ничего из дуньи просить ликом Аллаха Субхану ва Тааля, то есть, потому что это великая вещь, то есть великая вещь нужно просить только великие вещи, как рай. «Баль юсалю бихи ахамму аль-маталибу аадаму аль-макасад ва хуаль джанна фа хада мин хукук ат-таухид». То есть и таухид нас обязывает, чтобы мы просили ликом Аллаха Субхану ва Тааля только самое великое, то есть то, что только есть, а это рай, то есть который, широта которого небеса и земля. Хорошо. Значение этого хадиса: «Янха саллаллаху алейхи ва саллям ан юсалю биваджхи аль-карим аль-умура аль-хакира валь-хавайдж ад-дунья». То есть пророк, алейхиссалату вассалям, запрещает ликом Аллаха просить какие-то, то есть несерьезные вещи или же какие-то, то есть вещи из этой дунья, то, что нету нужды просить Аллаха, то есть через лик Аллаха Субхану ва Тааля, «Иджляля лилляхи ва таазиму», возвеличивая Аллаха Субхану ва Тааля. «Ваюксару суаля, саллаллаху алейхи ва саллям, биваджхи Аллахи аля джаннати аллати хия гаяту аль-маталиб». И говорит то, что подобает просить ликом Аллаха Субхану ва Тааля только рай, потому что это самое великое, что просят. Соответствие хадиса главе «Анна фихи нахи ан юсаля биваджхи Аллахи гайру аль-джанна». То есть здесь явный запрет на то, чтобы просить что-то кроме рая у Аллаха Субхану ва Тааля через его лик. Польза из этого хадиса: первое — итбату льваджхи лилляхи субхану ва тааля аля майлику биджалялихи касаира сифати. Указание на то, что у Аллаха субхану ва тааля есть лик, подобный его величию, подобно остальным атрибутам. То есть это один из атрибутов Аллаха, то есть значение которого мы знаем, но каким образом оно — Аллаху а'ля. Мы не знаем, не искажаем, не отрицаем это, признаем и не придаем ему образ. Хотя знаем, что образ у него есть, но мы его просто не знаем. Второе. «Уджубу та'азиму Аллахи ва ихтирами асма'и ва сифати». То есть указание на то, что является обязательным возвеличивать Аллаха Субхану ва Тааля и, то есть, почтенно относиться, уважать его имена и атрибуты. Третье. «Джавазу суали джанна валь умур муссиля илейха биваджхи Аллах». Указание на то, что дозволено просить рай и любые деяния, которые приводят к раю, ликом Аллаха Субхану ва Тааля. «Валь ма'у минан юс'аля бихи шей'ун мин хавайджи дунья». И запрет просить, то есть через лик Аллаха Субхану ва Тааля, любую вещь из вещей, то есть этой дуньи. Валлаху а'ляму.